куколки. Ирбит сделал себе маникюр. Он оторвал себе этот коготь кривой сам. Сам. Теперь он прыгает, скачет, бегает и вообще счастливый песик. Уки-уки. Уки уходят. Пока, уки. Уки уходят, уки. Пока, уки. Отец молодец. Папа. Каждый раз, когда я поздно ложусь спать и подъем у меня в 5 или в 6 утра вот из-за этой девочки, я себя просто ненавижу и презираю за то, что я такая глупая женщина и не ложусь с детьми спать вовремя. Вот это что такое, Ирбис? Ты у нас кошечка. Кисуля. Мяу-мяу. Хвостиком машет. Глупый. Дурпецовая. Спринтерский забег. А что он потом с этой точкой делает? Прыгает на нее или что? Ой, покажи мне. Блин, не видно. Ам-ням-ням, вкусненько. 8 метров потолка надо покупать. Нашего шикарного потолка. Я его стараюсь не показывать. Я не буду брать сейчас эту точку. Отец молодец! Папа! Ты на пол свети, смотри, вот так, на пол. Ой. Вот, на пол свети. Ирбис играть будет с тобой. Так, сейчас я буду с коридора все убирать. Всю обувь, все вообще. Здесь куча всего валяется. Я вчера полы здесь не намывала, ничего не делала. Занималась готовкой еды. А уборку я решила сегодня вот уже после ремонта начать делать. Потому что это бесполезно иначе. Готовлю сейчас зажарку в больших количествах. Сегодня буду готовить фрикасе. Ну, в общем, зажарка с курицей. Обжаренная и залитая сливками. Вот, готовлю зажарку намного больше, чем это необходимо, для того, чтобы большую часть заморозить. То есть вот все вот эти заготовки, которые я, как правило, делаю, я их делаю не в один какой-то день определенный, а по ходу пьесы. Что-нибудь готовлю, просто дополнительно еще больше морковки или лука порежу и отправлю в морозилку. Вот это вот очень-очень удобно. Что такое? Зои только проснулась, и Мирка к ней сразу подбежала здороваться. Ой, я съел. Что, съел? Да. Кто-то съел тебя? Да. Очень моя Жейка, тебя кто-то съел. Как там Зои? Зои даже хотела расплакаться, но Мирка ее развлекает. Клево. Что это? Это смурфик. Вот. Смурфик. Ты не знаешь, кто это. Слава богу. Голубой какой-то в трусах ходит, да в шапке. Так, а у меня тем временем тут все готовится. Это будем есть, наверное, либо с гречкой, либо с макаронами. Нога такая несчастная. Боже мой, уйди от меня. Что происходит? Ты что, ее лижешь, что ли? Ужас какой. Полизушь. Вот у нас что здесь происходит. Какой-то тихий ужас. Зато здесь теперь светло. У нас теперь светло в коридоре. Какое счастье, у нас сегодня будет домашний. Очень такой обыденный вложечек. Даже здесь можно видео снимать. Ну, единственное, что тени. И наконец-то можно вещи куда-то повесить. Тоже прикольно. Но еще осталось только стены докрасить. Стены
чуть позже будут. Разгром везде. Пытаюсь разобраться тут с детскими игрушками. Хэй! Юный фотограф. Чик. Пока планирую рассортировать все как. Это всякие электронные игрушки, которые звенят, гудят, ездят, музыкальничают. Вот Мирка мне не дает это сделать. И вот сюда в одну коробку лего-конструкторы. Только что-то вот здесь маловато. Не могу найти еще что-то. А их было очень много. Тут на самом деле дофига всего нужного, ненужного. Также отделяю сейчас игрушки для Зои, которые ей будут по возрасту. Тут всякие грызунки, мягкие штучки. Вот такие штучки-дрючки. Ирбис готов гулять. Он на низком старте. И это реально низкий собачий старт. Вот он. Готов метнуться. Ирбис, блядь, идем? А, ну ты встал. Я думала, ты сейчас... В дверь сразу бегал. Убираемся тут в коридоре. Все уже. Вот эта часть готова целиком и полностью. Я тут развешиваю вещи. Потолок доделан. Осталось только двери заменить. Планируем их темного цвета, вот как вот эта вот штука. Раз дверь, два дверь. Вот эта вот дверь. И муж говорит, что можно вот эту еще отшкурить и тоже в такой же цвет покрасить. А короед будет вот такого светлого оттенка. Самый лучший пес подошел ко мне. А сверху тапки. Надо с поддоном какую-нибудь фигню. Потому что кроссовки стекать будут. Чтобы водичка стекала. Водичка должна стекать. Ты бы еще припечатал носом. Мне не весело. Плашмя так бам. За ноги. Ирбис, гулять, 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 ура! Гулять, гулять, гулять. Быстрее, 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 быстрее. Блин, он же сейчас как начнет там бежать, короче, вперед куда-то. А я за ним сзади, как кусочек кабана. И не случайно в этом блоге так много нашего Ирбиса, малыша-пса. Наверняка кто-то из вас слышал про Бана Эко и что там творилось, творится, какой кошмар и ужас происходит в наше-то время. В свою очередь обо всем об этом я узнала буквально вчера. Вчера штудировала интернет на эту тему и, мягко говоря, я была в ужасе. Я не умею в красках рассказывать или призывать людей к каким-то действиям. Я максимум, что могу с помощью своего блога, это направить неравнодушных туда, куда нужно. А именно оставлю ссылки под этим видео на группу ВКонтакте. Там ведутся сборы денежных средств на передержки, на лечение животных. Ну, в общем, на помощь всем волонтерам, которые неравнодушны и занимаются помощью этим животным. И на этом я буду с вами прощаться. Спасибо огромное, что досмотрели до конца. Если пойдете по ссылочкам, просто почитайте, посмотрите. Вдруг сможете чем-то помочь. Было бы очень здорово.